Мне так скучно, поэтому я решила сделать это видео в неоновом цвете. Я забыла ЛСП, да, вроде такое, такая группа была там. Танцуй в моем неоне. Что-то типа того было. Один из победителей вроде бы умер от передозировки наркотиков. Девочка в неоне, танцуй в моем неоне. Ой, мне нравилась еще песня Скриптонита и Тифеста. Ну блин, это просто зашквар какой-то, блядь. Я даже не буду петь ламбада. Ну блин, мы танцуем бара вместе. Я рядом, но еще тебя не вижу. Просто какой-то кавер получился. Может быть. Найс. Что еще не нравилось? За скриптонитом нереально. Блин, у Тифеста какая-то. Хочу послушать их. Давайте-ка. Вот это просто приколюха, конечно. Чем приколюха, приколюха. Так. Где ты? Где я? Где ты? Где я? Тифест, что там у него популярно? Ой. Так. Слово навсегда мы склеили из пепла. Все эти слова под открытым небом. Прошлым чувством я закрыл навеки. Прости, малая. Улети и вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Улети. Прикол, мне нравилась эта песня. Она такая простая, вот реально. Мне нравится песня, а потом я смотрю текст и думаю, что? Я не ожидала. Чёрт. Летела себя вновь, ладно. Ты находила себя. Что еще у него популярное? Ну, улети, да. Так. Призрачная. Люди наблюдают издалека с тобой, пугает твоя красота. Люди не лечатся. Да, что сейчас послушаю? Небо не мечтает о тебе, но ты хочешь быть ярче, чем звезда. Люди наблюдают за тобой, их пугает твоя красота. Люди не лечатся, время не вечно, но... Забери у меня все, забери по-сердечному. Ты знаешь лучше, как подбирать слова. За людьми или дни за спиной и назад. Как лечить весь мир для себя. Хитрая и хитрая, 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 хитрая. И я на самом деле поэтому по оперному пению обожаю вообще вот это. Ну, у меня голос просто сел, потому что все говном занимаюсь. Вот это реально для меня просто, когда я смогу петь как оперная певица. Я думаю, это говно. Ну, блядь, это... В смысле,
Это просто лучшее, что может быть. Хочу этим заниматься. Люди мечтают о тебе, но ты хочешь быть ярче. Потому что, знаете, люди, которые рэпчик поют, они оперным не смогут спеть голосом. А люди, которые оперным поют голосом, они все споют. Я бы не мечтала о тебе, но ты хочешь быть ярче, чем звезда. Люди наблюдают за тобой, их пугает твоя красота. Что здесь сложного? А у меня... Кто-то так просто меня душит. Яркий, четкий, звонкий. Класс. Без сиплости. Это чистый голос. Недавно я познакомилась в одной соцсети с парнем, который звукорежиссер, что это, короче, да. Я говорю, типа, мне хочу этим заниматься. Он говорит, офигеть, если ты хочешь, у тебя есть данные, тогда у тебя просто чистейший голос. А у меня нет. Но цель есть, значит, пойду. Потому что он реально, он был такой. Но знаете что? У меня всегда он был высокий. Но я подумала, это стрёмно. То есть как бы это просто отказать самой себе. И теперь мне снова нужно вернуться к тому, какая есть. Потому что я была такая, люди были другие. Я посчитала, что быть такой, какая я есть, это стрёмно. Поэтому надо как переделаться полностью. А потом я поняла, что какая я есть, это офигенно, это просто вау, я обожаю себя такую, какая я есть. Но я же вся переделалась, непонятно, что, чем стала, и теперь нужно возвращаться к себе такой, какая я делала. Только теперь здесь уже будет все уверенно. Ну да. Добрый вечер. Актуально насчет фоторабот? Это мне без Авито пишут. Знаете, разместила... О, это просто заслуживает отдельное видео. Я разместила... Кого тоже бывает этот носоглотки вот это вот. Я думаю, из-за этого у меня голос стал не очень. Что она просто ни туда, ни сюда. Вот так вот крутится, вертится. Так вот. Просел голос у меня. Значит так, по Давитой. У меня там есть... Я хочу попробовать себя актрисой. Вот, в съемке каких-то видеороликов. А пока что у меня... Ну, это резюме тоже есть. И еще там я как фотомодель. Мне пишут по поводу фотомодели. И знаете, там очень многие люди просто мне пишут всякую непонятную штуку. Какие ты любишь цветы? Сколько стоит с тобой время? Я не против, только... Если здесь буковка А, значит, надо писать буковку А. Почему вы Z туда делаете? Так. Ой, я совсем как иностранец. Я везде как иностранец, слышишь, мы разные. Я спешу, но не опаздываю, лежу на заднике 10 000 км, да, снова. Мне он так нравится. Да, я снова в самике. Мы забираем твои бумажки, но мы не карманники суют. Там мне это надо. Я не привык считать дни до своей зарплаты. Это типа весь такой день. У нас тут дохуя. Если мне что-то надо, то я просто забираю. Мне похуй, кто звезда. Видите, мой оперный голос. Все как иностранец, слышишь, мы разные. Я спешу, но не опаздываю, лежу на заднике 10 000 км, да, я снова в самике. Мы заберем твои бумажки, но мы не карманники суют. Да, мне это надо, я не привык считать дни до своей зарплаты. Я типа весь такой один, да нас дохуя тут. Если мне что-то надо, то я просто забираю. И мне похуй, кто звезда, в этом году я делал деньги не для суки, не для... Они зашли через дыры с корабля, бегут, ебут. А, Алиса.
везде как иностранец. Слышишь, мы разные, у тебя проблемы, у меня тоже, но они разные. У тебя есть сумки, у нас тоже они разные. У тебя монеты, а у нас купюры красные. Везде как иностранец, слышишь, мы разные. У тебя проблемы, у меня тоже, но они разные. У тебя есть сумки, у нас тоже они разные. У тебя монеты, у нас купюры красные. Мне реально интересно, что я там напела вот этим голосом. Я, если что, впервые пробовала этот голос. У нас купюры красные, я везде как иностранец. Слышишь, мы разные. У тебя проблемы, у меня тоже, но они разные. У тебя и суки, у нас тоже они разные. У тебя монеты, а у нас купюры красные. Я просто везде как иностранец. Я везде как иностранец, слышишь, мы разные. Я спешу... Секундочку. Так. Секундочку. Я везде как иностранец, слышишь, мы разные. Я спешу, но не опаздываю, лежу на заднике. 10 000 километров, да, я снова в самике. Мы заберем твои бумажки, но мы не карманники. Суета мне это... Так, это там следующий куплетик. Суета, что-то там нету надо. Я не привык считать дни до своей зарплаты. Я типа весь такой один, но нас дохуя тут. Офигеть, у меня голос реально что на него похож? Ладно, вам судить. Я не привык считать дни до своей зарплаты. Я типа весь такой один, но нас дохуя тут. Мне что-то надо, то я просто... Если мне что-то надо, то я просто забираю. Мне похуй, кто звезда. И мне похуй, кто звезда. В этом году я делал деньги не для сука на еду. Ты назовешь этих мышей своими крю. Они зашли через дыры с корабля бегут. А я бы здесь другой текст сделал. Я делал деньги не для... Ну, реально, типа, какой-то колхозик такой, а на еду. Не для сук, а на, там, не знаю, на перстни какие-нибудь. Ты назовешь этих мышей своим крю, они зашли, а я их через рот ебу. Типест. Можно так? Они зашли, а я их через рот ебу. Ну вот. С корабля бегут. О, это было найс. С корабля бегут. Это очень классный прием. Я не знаю, как я это сейчас делала. С корабля бегут. Ладно, не получилось. Я везде как иностранец. Не, я хочу попробовать своим какой-нибудь. Я везде как иностранец, слышишь, мы разные. У тебя проблемы, у меня тоже, но они разные. У тебя, суки, у нас тоже. Нет. А это же прикольно. У нас тоже они разные. У тебя монеты, а у нас купюры красные. Я везде как иностранец, слышишь, мы разные. У тебя проблемы? Так, прикольненько, да? У тебя проблемы, у меня тоже, но они разные. У тебя и суки, у нас тоже они разные. У тебя монеты, а у нас купюры красные. Нет, местами да. Я могу пробовать, честно. Я всегда на телефоне. Я всегда на телефоне. 20 лет и 3 минуты. Из квадрата в треугольник. Мы меняем все маршруты. Денег сделал больше братьев. Я не на... О, это вообще какая-то другая песня. Я не на вас... Я не называю склад. А всегда на телефоне. 20 лет и 3 минуты. Из квадрата в треугольник. Меняем все маршруты. Денег сделал больше братьев. Нет, голос еще, видимо, не получается. По творчеству людей всегда легко определить их психотравмы. И лишь человек, который проявляет себя, свой... Как? Лишь человек, который... уязвим, он открыт, смирился со своими психотравмами и проявил их. Скриптонит. Если эта девочка поумнее меня, она бы лучше выразила. Так. Оу.
опять на районе потерял себя в одном из дорог. That's me, damn! А, я опять на районе потерял себя в одном... Не, мне не получается. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов, нет. Ты опять мне трезвонишь, чтобы знать, что я жив. Мне кто-то пишет... Могу... Давайте посмотрим просто. Прямая трансляция. Чтобы вы видели. Могу сюда писать, или я работа. Я помню, как ты сказала, что когда отошел парень, ты прожила его уход насовсем. Вот у меня почему-то такое же чувство. Мне кажется, что ты в опасности. Если ты не отвечаешь, то с тобой что-то случилось. Бля, я параноик. Я постоянно думаю о тебе. Для меня важно, чтобы у тебя все было хорошо. Я вижу твое состояние. Мне хочется быть рядом. Ты только пойми меня правильно. Я могу не писать тебе каждый день. Но и встречаться часто по работе я тоже не могу. Трэш. Ты просто вызвал мне такие чувства, что я не знаю, что теперь с ним делать. Это неоднозначный случай. А кто это? Я не знаю. Мне кажется, какой-то парень, мой клиент, забрал, нашел мой телефон. Не написал мне лично, а не менеджеру. Я опять на районе. О, сейчас лучше, давайте. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять не трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов, барыг и быков, машин, мусоров. Я пообещал бросить тут спить, ведь это любовь. Руки в петли, руки прямо как услы, руки на замок. Руки в пепле, губы в твои губы, глаза в потолок. Снова в дверях, руки врозь, прости, что валюсь ног. Я снова пообещала все, что смог, ведь это любовь. Руки в петли, руки прямо как узлы, руки на замок. Just... Руки в пепле, руки об твои губы. Руки в пепле, руки об твои губы, глаза в потолок. По-моему, это жестче, чем скрипт. И снова в дверях, руки врозь, прости, что валюсь ног. Я снова пообещал все, что смог, ведь это я снова. А, знаете, напрягается, вот это. Я снова пообещал все, что смог, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох. Кричит об одном, еще одним холодным утром. Руки без слов кричат об одном. Это любовь. Ты опять в телефоне ищешь сообщение, шлюх, пока сплю. Ты опять их находишь, будешь орешь и нервы. Давайте-ка обсудим такой момент. Мужику нормально вообще-то ходить за сексом. Это означает, если твой мужчина ходит к другим спать, он тебя любит. Ну как, скажите, пожалуйста, как вам это видео? Охуенно. Ну ладно, я не буду говорить, сами лучше скажите.